Губернаторская премия «Наше Подмосковье» присуждается за социальные проекты, направленные на развитие региона. Торжественная церемония награждения победителей состоялась в концертном зале «Вегас Сити Холл». Она началась с выступления губернатора Московской области Андрея Воробьева. Мне очень приятно, что инициативы есть в самых разных сферах. И молодежная политика, и патриотизм, экология. Все, что касается жизни человека. Это помощь старшему поколению. Я хочу искренне поблагодарить все те 300 тысяч человек, которые за все это время приняли участие в конкурсе. Среди основателей премии были известные в нашей стране люди. Одна из них – трехкратная олимпийская чемпионка, десятикратная чемпионка мира Ирина Роднина. Когда только эта премия учреждалась, мы говорили, какая ее особенность. Наверное, в том особенности, что она уже за сделанные дела. Не за проекты, не за будущее, не за мечтания, а дела, которые сделаны. И, конечно, каждый из нас сегодня здесь, вот на сцене, мы знаем, что такое прорваться, прорваться вперед, победить. Я хочу нашим лауреатам пожелать не останавливаться на достигнутом, а побеждать дальше, идти вперед и добиваться. В этом году на соискание премии было представлено 23 тысячи проектов. Эксперты оценивали заявки по 7 критериям, среди которых социальная значимость, практическое применение, уникальность проектов. В итоге было отобрано 1000 победителей, которые получили поддержку на дальнейшее развитие своих проектов в размере 180 тысяч рублей. Жители городского округа Щелково ежегодно принимают активное участие в премии. В этом году они представили на оценку жюри 1173 проекта, в реализации которых были задействованы 3108 человек. 27 из них стали лауреатами. Чем важен проект мой сейчас? Потому что очень трудно передвигаться маломобильным гражданам и инвалидам по дорогам. Сделано очень много, но предстоит еще больше. И понижение бордюров, и делать удобные перекрестки, делать удобный транспорт доступный, делать доступную железную дорогу. В основном представляем это на всех фестивалях военно-исторических. Что в Бородино, там есть замечательный, в Бородинском музее есть замечательный праздник, стойкий оловянный солдатик. Кстати, именно с Бородино мы и сделали первоначально нашу вот эту программу «Рекрутское депо», да, которая вот выросла уже в целую платформу. Мы решили собраться вместе с своей инициативной группой, можно так сказать, своей группой людей, друзей моих, знакомых, и сделать свой спортивный зал на основе подвального помещения. Был вынесен мусор, были немножко переформатированы стены, было закуплено оборудование, инвентарь, в общем, обустроено все, можно сказать, для того, чтобы полностью заниматься спортом. Губернаторская премия «Наше Подмосковье» в этом году проводилась в 4 номинациях: «Экология», «Творчество и духовное наследие», «Волонтерство и благотворительность» и «Прорыв». Работы щелковцев были представлены во всех номинациях. Андрей Цеханович, Александр Ржевский, Щелковское телевидение.